У 55-й мотострелковой бригады в Туве новый командир. Командиром мотострелковой бригады, дислоцирующейся в Кызыле, назначен полковник Рамиль Ибатуллин. Главе Тувы Шалбану Караолу нового командира представил командующий 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа генерал-майор Алексей Завизьон. Отмечается, что Рамиль Ибатуллин окончил танковый институт и общевойсковую академию вооруженных сил России. Прошел путь от командира взвода до командира отдельной мотострелковой бригады. До назначения в Туву занимал пост начальника управления командования резерва в Южном федеральном округе.